Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в регионе Бодрум. Это Турция. Будем осматривать отель Бодрум Империал. Ресепшн отеля Бодрум Империал. Бар отеля Бодрум Империал. Работает с 10 до 24:00. Здесь есть напитки за дополнительную плату. Можно почитать книги. Потолок в виде кирпича, арка. Номер 9312 стандарт. Ванная комната. Здесь у нас душ. Фен старый. Две отдельные кровати. Покрытие ламинат. Чайный уголок. Плазменный телевизор. Два кресла раскладных. Судя по всему. Балкон средних размеров. Небольшой, с видом на горы, на деревья. Территория отеля состоит из бунгало трехэтажных. Территория зеленая, много растительности. Это главный ресторан. Пойдем сюда немножко позже, посмотрим, что там есть, покушать. Сейчас идем на пляж. Посмотрим, какой здесь вход. Территория вроде бы пологая. Перепадов таких больших нету. Главный бассейн есть. Горка в виде башни. Нам ее рекомендовали. Смотрите, какая прикольная водная горка. Поднимается наверх, а потом так по кругу. Теннисные корты слева. 1, 2, 3 вижу. Баскетбольная площадка. Для мини-футбола площадка. Подойдем поближе. Есть гамаки. Очень люблю, когда есть на территории отеля гамаки. Можно полежать. Павильоны. Площадка для мини-гольфа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Более 8 разных дорожек. Разной сложности. Пляж. Песок. На него ближе, мелкозернистый, есть немножечко камушков, совсем чуть-чуть, вход песок, и там немножко гальки уже, такая она мелкая, вот такая вот, очень похожа на вот эту, вот такая. Хороший вид открывается, в греческом стиле домики белые, пирс у них есть, волейбольная площадка. Шезлонги с зонтиками или под крышей. И все. Видите, своя бухта. Больше отелей здесь нет, судя по всему. Настольный теннис. Пинг-понг. Котики гуляют по парапету. Баскетбольная площадка, футбольная площадка, покрытие искусственное, площадка для большого тенниса, их 3, первая, вторая и там третья. Здесь же ворота для пола, наверное, для водного. Каминный зал, думал, что это ресторан, оказывается, это зона отдыха. Главный ресторан находится на втором этаже, можно на лифте подняться. Лифтов в бунгало нету, но а здесь лифты есть. Можно покушать сразу мороженого, кто любит. Несколько видов у них есть. Шаурма.
Здравствуйте. Вот такие улыбчивые ребята все это готовят. Отель буквально на днях только запустился, так как был не сезон. Поэтому могут быть какие-то моменты. Но я думаю, к сезону они все сделают, все как положено. Тут у них морковное пюре, картофельное пюре, пюре из зеленого горошка, муссака с баклажанами, сатэ из брюссельской капусты, овощи в духовке, курица, мясо, рыба, плов, картошка, сыры, салаты. Хороший выбор, мне пока нравится. Здесь у нас горячее. Повар нам рекомендует стейк попробовать. Баранина, скорее всего, фаршированную. Какая красивая, смотрите. Рыба форель. Неплохой выбор. Очень даже достойно. Любители зелени, салаты, огурцы, помидоры, лук, лимоны, всевозможные маслины, оливки, соусы. Из фруктов есть арбуз, апельсины, яблоки, грейпфруты, сладости, тортики. Здравствуйте, это шеф-повар, он все это готовил нам, видите, здесь сам их контролирует, чтобы все было в порядке. Смотрите, какая неожиданность, у них есть детское меню, детский буфет, сейчас мы к нему вернемся, посмотрим. Это у нас всякие пиццы, пиде, картошка фри, здесь у нас пасты. Букетик из овощей, курица чили, из свеклы сатэ, зрелище сердца. Это блюдо называется, не знаю, что это, но название прикольное. Это детское меню. Смотрим, что у нас здесь есть. Печенье, вафли, такие вкусности, пирожные, котлеты. Это котлеты, крючковая фасоль. Ну, короче, скумбрия на гриле. Короче, все, что любят дети. Картофель фри, куриные котлетки и гамбургеры. Зелень, пирог с сыром, голубцы с курицей написано, сатэ из моркови. Есть детские столики. Главный ресторан, бассейн. Здесь кофейня, кофе-хаус. Это уже платно. Есть цены. А нет, все фри. Все бесплатно написано. Кофе, фрукты, чай, дыни. Здравствуйте. Детский бассейн, огорожен заборчиком. Неглубокий, 40 сантиметров. Детская площадка, мини-клуб. Тоже все огорожено. Бассейн. Здесь же рядом находится спа. Зевс-бар на берегу моря. Thank you.
чай, кофе, напитки. Вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.